Я не знаю, что это было. Несколько раз я рассказывала эту историю психотерапевтам и требовала у них объяснений. Мол, так и так, что на этот счет говорит наука. Наука один раз предположила, что виноваты вещества. Один раз прочла мне занудную лекцию «Феномен массовых галлюцинаций и как с ним бороться». Но в основном с участливым видом наклонялась ко мне и вкрадчиво интересовалась. «А почему, вы спрашиваете, это для вас так важно?» «Нет, блин, мне насрать, знаете. 2000 в час вам плачу исключительно за насрать». «Это не смешная история. Не смешная настолько, что рассказывать ее серьезно я не могу, извините. Просто держите в голове, это было на самом деле и кончилось пропаганда». В прошлом году в июле моя подруга Аня позвала меня на выходные в лес к какому-то ей одной известному озеру. Едут Митя с девушкой, едет Ястреб, едет Витя, едет черт с рогами. Без тебя никак, в общем. Непременно гоу-гоу и не боись, они все прикольные. Особенно Ястреб. Он и диггер, и альпинист, и реконструктор, и швец, и жнец, и полный абзац. Кстати, у него девушки нет, ага. Ай, короче, поехали. И я, короче, поехала. Не будь Аньки, вряд ли бы я сунулась в незнакомую компанию. Из перечисленных ею людей мне был смутно знаком разве что Митя. И в тот единственный раз, что я с ним говорила, я сочла его придурком. А еще я очень хотела в лес. Это был мой первый выезд тем летом. Все как-то не складывалось. То работа, то болела, то погода такая, что мусор донести до помойки 100 раз подумаешь. Люди и правда оказались прикольные. Правда, ястреб-диггер-альпинист оказался на поверку виртуозным треплом, ни разу не видевшим ни скал, ни пещер. Девушка ему нужна с ушами, как у слона, чтобы лапша помещалась. Решила я, пускай такое и ищет. Добирались на электричке 3 часа, и еще 2 шли пешком от станции. Пока поставились, поели, выкупались, начало темнеть. Мы расселись у костра, достали выпивку, начали петь песни и травить байки. Когда перешли к страшилкам, Виталик презрительно хмыкнул. Бегут-бегут по стенке зеленые глаза. Подобрал с бревна плавки и ушел на берег. Через 3,5 байки с озера донесся громкий плеск, потом удар, а потом Виталик вернулся к костру с огромной рыбой в руках и изумлением на лице. Он сказал, что рыба фактически прыгнула ему в руки. Сперва плавала рядом с ним, а когда он решил ее поймать, просто взял руками и вынул из воды. Добычу признали самом, а может налимом, а может белой акулой, и решено было сварить уху. Утром я сперва не поняла, чего проснулась, а потом крик повторился. Я кое-как натянула футболку и в трусах и босиком выскочила из палатки. Кричала Анька. Стояла у кострища и орала, белая как бумага. Увидев меня, она бросилась мне на грудь, бормоча. «Там кости, Катя! Катя, там кости!» В других палатках тоже завозились. Я вытянула шею и вгляделась в кострище. «Ну, кости. Рыбий скелет неприлично больших размеров». «Да, рыбьи. Вчера была уха, помнишь?» Сказала я. Анька замотала головой, потащила меня за руку к кострищу и, изо всех сил отвернувшись, произнесла чужим гнусовым голосом. «Не рыбьи. Нет». Я встала на корточки, не выпуская Анькину руку, и посмотрела поближе. Кости остались рыбьими. Я, поморщившись, подобрала череп. Тот подошел ястреб, открыл было рот, но вдруг поперхнулся и замер, не сводя с меня глаз. Через секунду он пришел в себя и начал требовать объяснений. Чье, значит, хреновое чувство юмора честных ястребов до усрачки доводит. Я положила череп обратно в пепел, вытерла ладони об траву и попыталась понять, что он имеет в виду. Не смогла. А вот Анька при слове «юмор» шевельнулась. А потом села рядом со мной и потыкала череп палочкой. «Точно», — сказала она. «Игрушка. Твою мать, кто это сделал? Какая сволочь? Голову оторву. Кать, слушай, выброси эту дрянь, я не хочу трогать». «Давайте оставим», — попросил ястреб. «Пусть еще кто-нибудь испугается». «Митя! Митя! Митя, тут у нас шашлык с младенцем». Подшедший Митя глянул на кости, ахнул было, но тут же плюнул. «Петросяна, ёпть, голова гудит, а вы тут устроили». Вита тоже заорала. Виталик был без очков и не увидел костей. А то и кострища, а то и нас видеть не хотел, так как страдал с похмелья. Митина девушка обозвала ястреба мудаком и кинула в него кружкой. Молчаливый тип по имени Леня перекрестился и попятился, отчего все покатились со смеху. Кроме меня. Хотя, кажется, я улыбалась. Мне, несмотря на жару, было холодно. Сердце ныло. Что они видят такое? А я с ума схожу. Это так с ума сходит. Если да, то кто сходит-то? Они или я? Может, это меня разыгрывают? Я медленно-медленно встала и отозвала Аньку в сторону. «Анька, только, пожалуйста, не нервничай. Ань, я вижу скелет вчерашнего сама. Я не знаю, над чем вы сейчас смеялись». «Ты прикалываешься?» – неуверенно спросила Анька.
Ты точно прикалываешься? Я посмотрела в ее готовое снова побледнеть лицо и выдавила «да». Когда мы вернулись, народ сидел на бревнах и вяло спорил о том, кто именно подсунул в угли эту херню. Я обвинила во всем ястреба, а потом сообщила, что у меня срочное дело в городе и мне пора бежать. К психиатру мысленно добавила я. Виталик вызвался проводить меня до станции, и я никогда никому не была благодарна сильнее. По дороге, когда мы еще шли вдоль берега, он вдруг запнулся, помотал головой и буркнул. «Мерещится всякое с вашими шуточками». «Что мерещится?» «Да, баба какая-то страшная у воды. Стой, вон она». «Ты не видишь?» Я молча поволокла его за руку вперед. «Это Виталик. У него зрение минус 120. Ему что ни пенек, отряд матросов на заборах. И, ну да, да, знаю, сейчас он в очках». Кажется, я убеждала его уехать вместе со мной. Не помню. Я была дома вечером того же дня. Спутников моих искали с вертолетами и собаками. Нашли только Аньку, совершенно седую и сумасшедшую. Она жива. Я регулярно навещаю ее в местной больнице. Она боится воды. Любой, даже в чашке. И бывает, не пьет по несколько суток, а моет ее насильно. Она похожа на собственный труп. Когда ей получше, с ней можно поговорить. Когда ей совсем худо, она смотрит в стену и шепчет безостановочно о съеденных детях. Ее преследует женщина. Старуха с клыками и в чешуе, пахнущая болотом. Страшная баба. А меня не преследует. Я даже не трогала ту уху. Вегетарианка я.